Для удаления битума с этого автомобиля мы будем использовать средства для удаления битума. Как обычно, самый главный инструмент — это ведро, вода и шампунь для ручной мойки и губка, которую мы затем выбросим. Ну и, конечно же, хорошие перчатки. Мы начинаем проходить по кругу и наносить средства против битума. И когда мы вернемся к этому месту, оно уже здесь подтает, и мы начнем его смывать. Вот мы видим, да, средство начало действовать, и битум стал таять. Вот теперь мы проходим полностью сейчас всю машину и забрызгиваем все битумные очаги вот этих пятен, да, где они есть. И потом вернемся вот к этому месту, с которого начали, и начнем отсюда смывать. Смываем излишки этого битума. Когда мы смоем, то, что осталось, мы еще раз процедуру повторим. Затем мы еще раз пройдем средством для удаления битума и все эти остатки, разводы смоем. Мы удалили весь битум с автомобиля. Для этого нам потребовалось на 3 круга проходить полностью, пробрызгивать средством все элементы. Вот, сейчас что мы делаем? Чтобы убедиться, что ничего не осталось, вот у нас подготовлено ведро с ручным шампунем. Мы сейчас все промыливаем, внимательно просматриваем, чтобы не было остатков. Затем запениваем с пенокомплекта и уже финально моем автомобиль. Вообще существуют там разные способы смывания битумных пятен с автомобиля. Напишите в комментариях, возможно, вы чем-то можете дополнить нашу методику. Нам было бы интересно это узнать, поделитесь опытом. Вот. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем продолжать выкладывать такой контент.